Говорит Черкесск. В эфире Вести, радио Карачаева-Черкесия. Здравствуйте! У Марти Киев о наиболее заметных событиях республики. Вот что главное сегодня. В 13 МФЦ республики стали доступными оформление документов на газификацию жилого помещения и техническое обслуживание внутридомового газового оборудования. В поселке Правокубанском Карачаевского района появится новая котельная. Авиакомпания Red Wings свяжет Ставрополь и Стамбул. Рейсы будут запущены 14 ноября. В рамках акции «Сохраним лес» в республике будет высажено более 14 тысяч саженцев. А теперь об этих и других темах подробнее. 20 октября в 11 часов в Большом зале Дома правительства состоится очередная 41-я сессия Народного собрания. Парламентариям предстоит рассмотреть несколько законопроектов, в числе которых о внесении изменений в региональные законы об установлении размера предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно на 2022 год, о ежемесячной денежной выплате, назначаемой на детей в возрасте от трех лет до 7 лет включительно, и на деление органов местного самоуправления, муниципальных районов и городских округов. На базе образовательного центра Сириус в Сочи прошла межрегиональная конференция для представителей субъектов России, получателей субсидий на создание региональных центров в 2023 году. Для педагогов занятия провели и поделились опытом, выдающиеся деятели российской науки, ведущие педагоги лучших вузов, физико-математических и химико-биологических школ, тренеры национальных и региональных сборных по математике, информатике, физике, химии и биологии. Короче, вычерки представляла делегация во главе с заместителем министра образования и науки Лейлой Атаевой. Делегация регионального миссельхоза во главе с руководителем ведомства Анзором Боташевым совместно с главой Адыгехабльского района Эдуардом Деревым посетили АПК при Эльбрусе. Гости осмотрели яблоневый сад интенсивного типа, оснащенный противоградовой сеткой, производственную площадку и фруктохранилище сортировочно-упаковочным оборудованием вместимостью 5000 тонн. Общая площадь сада составляет 250 гектаров. На сегодняшний день уборка урожая идет полным ходом уже собрано более 6 тысяч тонн с площади 97 гектаров. В Северокавказском институте филиале РАНХИКС в рамках федерального проекта содействия занятости продолжается бесплатное обучение граждан по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Подробности сообщил директор Северокавказского института филиала РАНХИКС Азамат Лисов. Самые разные программы. Это и кадровый аудит, это и оценка недвижимости, это и программы, связанные с управленческими компетенциями и так далее. Поэтому спектр очень обширный, и я уверен, что те программы, которые реализует Президентская академия, позволят нашим гражданам улучшить свое положение и в организации, и найти новую работу в случае такой необходимости. На госуслугах проходит голосование за бесплатное подключение малых населенных пунктов к мобильному интернету. Села, поселки и деревни с численностью жителей от 100 до 500 человек, которые наберут больше всего голосов, будут подключены к 4G уже в этом году. И вот за какие населенные пункты республики можно проголосовать. Баралки, Дубянский, Нижняя Ермоловка, Новоисправненский, Фроловский, Хуса, Карданек, Эльбрусский, Евсеевский, Казалтагай, Солнечный, Ершов, Пхия и Абазакт. Голосование продлится до 12 ноября. В 13 многофункциональных центрах «Мои документы», расположенных во всех городах и районах республики, стало доступным оформление документов на газификацию жилого помещения и на техническое обслуживание внутри домового газового оборудования и на поставку газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд. Получение услуг газовых компаний в МФЦ одновременно с подачей документов на регистрацию недвижимости позволит жителям республики заметно сэкономить время. Карачаевске продолжаются ремонтные работы на стадионе «Саулук». Решение о его реконструкции было принято в 2020 году главой республики Рашидом Тимрезовым в ходе рабочей поездки. О том, какие работы ведутся на объекте, рассказал главный архитектор бюро АРК «Проект» Ислам Кремшамхалов. Проводим реконструкцию всего стадиона. Начиная от футбольного покрытия, заканчивая под трибунными помещениями и самими трибунами, и благоустройством прилегающей территории. После реконструкции на стадионе появятся две раздевалки для двух футбольных команд, необходимые санитарные помещения, и на втором уровне трибуны будут размещены комментаторская и випложа. Компания «Газпром» газораспределения «Черкеска» завершила подготовку системы газоснабжения республики предстоящему осенне-зимнему сезону. Специалисты провели комплексное приборное обследование и техническое диагностирование подземных стальных газопроводов. В целях повышения устойчивости к коррозии выполнили окраску наружных газовых сетей. Специалисты компании также проверили готовность к зимнему периоду газового оборудования социальных учреждений, детских садов, больниц, поликлиник и школ. Энергетики Карачаево-Черкесии завершают подготовку питающих центров республики к зимнему сезону. Всего к прохождению пика нагрузки на сети подготовлено свыше 2000 единиц основного и вспомогательного оборудования. Ремонтные работы и техническое обслуживание проведены на 62 питающих центрах, от которых электроэнергию получают все населенные пункты республики. В Карачаево-Черкесском государственном университете имени Умара Алиева продолжаются работы по капитальному ремонту общежития для студентов. Компания по капремонту вызовских общежитий реализуется в России с сентября прошлого года по инициативе партии «Единая Россия». Комментирует информацию ректор университета Талсултан Узденов. Мы к концу этого года, к концу декабря, мы должны полностью завершить и отчитаться перед Министерством науки и высшего образования о завершении ремонта. Что касается дизайна наших проектов, это такой очень современный студенческий, молодежный проект, итальянский проект был в фасадах именно в таком цвете. Но они в таком темном цвете не останутся, на них будут наложены специальные аппликации из железа, которые будут отражать игра света, тени это а все будет очень интересно и привлекательно. В Оле Хабес в следующем году начнется строительство нового здания для лицея на 254 места, так как существующее здание уже признали аварийным. О том, что будет в новом здании, рассказала директора лицея Елена Кетова. Новые кабинеты, оснащенные современным оборудованием, новая территория, это новая спортивная площадка, зеленая зона, ну и соответствующее все это будет соответствовать именно новым стандартам. Средство начнется в начале 2023 года и к концу 2024 года у нас будет новое здание и все оборудования тоже будут соответственно именно вот к этому строку. Авиакомпания Red Wings свяжет Ставрополь и Стамбул. Рейсы будут запущены 14 ноября этого года. Это направление уникальное и будет доступно только пассажирам этой авиакомпании. Ставрополь удобно связан автомобильными дорогами с Краснодаром и Ростовом-на-Дону, что позволит их жителям путешествовать в крупнейший и один из самых интересных городов Европы через аэропорт Ставрополя. На маршруте будут задействованы современные российские лайнеры. Рейсы будут выполняться по понедельникам и четвергам. В поселке Правокубанском Карачаевского района появится новая котельная. Сейчас начинаются работы по разработке проектно-сметной документации объекта, строительство которого начнется в следующем году. А ввод в эксплуатацию намечен на 2024 четвертый. Благотворительный фонд созидания реализует проект «Страницы века» к столетию Государственной национальной библиотеки Карачаевой Черкесии имени Хальмат Байрамоковой. Как отметила руководитель проекта Ася Байрамокова, проект направлен на популяризацию русской литературы и литературы народов Карачаевой Черкесии путем создания серии документальных фильмов о библиотеке. Видеокнига, но ну, это мы так красиво называли документальный фильм о библиотеке. И видеокнига, как любая другая книга, будет содержать несколько глав. Ну, в нашем случае это пять глав. Каждая из глав будет посвящена определенной теме, но всех их будет объединять Национальная библиотека. В одной главе мы там рассказываем про сотрудников, про тех, кто там работал когда-то, про их обычаи, традиции, ну что-то вроде семьи, потому что коллектив — это семья. В другой главе мы будем рассказывать про историю становления библиотеки, про роль библиотеки в культурной жизни Красиво Черкесской Республики. В другой главе мы будем рассказывать о писателях и поэтах, в судьбе которых библиотека сыграла тоже не последнюю роль. И пятая глава, она как заключительная будет. У нее же будет праздничное мероприятие. Мы активно хотим это отснять как отдельную главу. Но мы хотим показать через каждую главу, насколько важна библиотека в судьбе и самой республики, и в судьбе там, наших поэтов и писателей. Мы их будем объединять в итоге в один фильм, чтобы у зрителей, у всех желающих была возможность в каком-то одном файле это все посмотреть. Мы, кстати, хотим потом вот этот общий документальный фильм показать во Дворце культуры, города Черкеска, там на большом экране, пригласить гостей. В образовательном учреждении поселка Кавказского Прикубанского района открылся клуб Юный шахматист, где учащихся младших классов будут обучать занимательной игре в шахматы, а в качестве наставника выступают участники Совета Старшеклассников. В процессе наставничества дети проявляют свои индивидуальные творческие способности, учатся жить в коллективе, с уважением относиться к людям старшего поколения и заботятся о своих младших товарищах. В рамках акции «Сохраним лес» высадят более 14 тысяч саженцев. Центральная акция, которая пройдет на землях лесного фонда Зеленчукского лесничества, в связи с погодными условиями перенесена с 21 на 19 октября. В общей сложности в рамках акции в период с 19 по 22 октября на территории Карачаева Черкесии пройдет 22 мероприятия по посадке саженцев различных пород деревьев. Акции пройдут как на землях лесного фонда, так и на территориях ряда муниципалитетов. «Сохраним лес» – ежегодная всероссийская акция по восстановлению лесов – реализуемая в рамках федерального проекта ⁇ Сохранение лесов ⁇ нацпроекта ⁇ Экология ⁇ Министерство природных ресурсов и экологии совместно с добровольцами ликвидировало несанкционированную свалку общей массой порядка 100 тонн. Это 13 Камазов. Она образовалась после летнего туристического сезона. Данный участок лесного фонда является излюбленным местом установки палаточных лагерей. Они поехали защищать родину. Баннер с такой надписью появился при въезде в аул -Псыш. На нем изображены парни из Абазинского района, призванные в рамках частичной мобилизации. Сейчас они заняты интенсивной подготовкой и боевым слаживанием под руководством опытных инструкторов. Ветераны регионального МВД организовали для подростков республики экскурсию в Центр кинологической службы. Ребятам рассказали о методиках дрессировки и особенностях службы их четвероногих напарников по различным направлениям оперативно-служебной деятельности. Дети также ознакомились с условиями содержания четвероногих стражей правопорядка. Во Владикавказе в Северной сети Алании завершился Всероссийский культурно-спортивный фестиваль «Мирный Кавказ». Наши спортсмены представили республику достойно. Призовые места завоевали Артур Каркмазов, Амарби Гаджаев, Амир Тлябичев и Ильяс Бархеев. В предстоящую субботу во дворце спорта «Олимп» Карачаевска пройдет открытый спортивный турнир по вольной борьбе среди юношей, посвященный 60-летию образования органов предварительного следствия МВД России. Организаторами турнира учреждены памятные кубки, медали, дипломы, а также денежные призы. Реклама Чавыча, семга, красная икра. На рыбной ярмарке дары Камчатки с 20 по 23 октября в доме предпринимателя «Черкесск», улица Горького. 8. Радио России. Карачаева Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков, сегодня по Карачаево-Черкесии преимущественно облачно, местами дождь, днем в отдельных районах сильно. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 11-16, в горах местами до 10 градусов. В Черкесске днем дождь, ветер западный 6-11 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 15 градусов. Это все новости к этому часу с ними познакомил у Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго.